Уже в следующую пятницу, 25 декабря, на Соборной площади откроется главная елка города. Пока же идет активная подготовка. Устанавливаются сказочные фигуры и монтируются гирлянды. К приему маленьких гостей готовят и резиденцию Деда Мороза. Она расположилась в купольном шатре неподалеку от самой елки. Кстати, подобные резиденции будут открыты в парке 50-летия ВЛКСМ и в ДК «Руслан». Здесь Дедушка Мороз будет на постоянной основе каждый день. И здесь же будут проходить мастер-классы. Действительно, опыт показал, что они востребованы. Детки с удовольствием учатся тоже здесь и рисовать, готовить праздничные, изготавливать праздничные открытки. На открытии елки для ульяновцев выступят артисты Самарского театра «Пластилиновый дождь». Компанию им составит 6-метровая фигура Деда Мороза, новинка этого года. Следом пройдет шествие Дедов Морозов и парад «Снегурочек», которые в этом году решили объединить. В этой связи с 15:30 до 17:00 будет ограничено движение транспорта от пересечения улиц Гончарова и Ленина до Театральной площади. В этот день много интересного. Мы вспомним все главные события уходящего года. Это и 370 лет городу Симбирск-Ульяновск, замечательная череда праздничных мероприятий. Это главные основные события. Форум России спортивных держав. Много-много интересного будет ждать горожан. Закончится праздник поздравлениями руководства Ульяновской области, города Ульяновска и праздничным фейерверком. Без сюрпризов не обойдется и в новогоднюю ночь. 31 декабря на Соборной представят развлекательную программу «Бенефис Нового года. Восьмое чудо света». Гостей ждут театрализованные представления, праздничная дискотека, пиротехническое шоу, поздравления президента и первых лиц области, яркий фейерверк и выступления кавер-группы. Раньше всех новогодний сезон открыли городские парки. 22 декабря в 13:00 во всех районах города пройдет торжественное открытие елок. Все выходные дни в парках города проходят развлекательные программы, работают лыжные базы, горки, катки. Приглашаем всех жителей нашего города на свежий воздух в парке города. Ульяновцев всех возрастов ждут на катке города. Жители уже готовы принять 39 дворовых хоккейных кортов и 24 корта общеобразовательных организаций. Продолжается заливка катка на Соборной площади. В ближайшее время начнется заливка ледовых дорожек на бульваре Новый Венец. Массовое катание на стадионах для детей до 12 лет и лиц старшего возраста будет бесплатным. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.